Снова я с вами, Ангелина. Сейчас мы с Дашей ездили в магазин. Большой магазин, гипермаркет, привет. Магнит. Привет. Всем привет, Дашуля говорит. Так, сейчас я покажу свои покупочки. В общем, в Магнит мы ездили погулять, потусоваться, походить. А то дома сидеть скучно. Сегодня хорошая погода. Итак, что я купила? Там сейчас идет скидка на куриные всякие бедра, голени и тому и подобное. Купила я там, значит, филе. Куриное филе купила. Я его люблю. Ну, там готовлю с него всякие котлетки и все. В общем, 20% скидка. Стоило оно у нас филе. Сейчас найду. Так, филе. 213 рублей килограмм. И купила куриную печень. Тоже вот написано 20% скидка. Печенка у меня вышла. Так, печень. На 53 рубля печенка вышла. Вот. Так захотела, сейчас с лучком пожарю я ее. Во, будет вкуснятина прям. Есть охота. Даша у меня не ест печень, не любит. Так, что еще я купила? Привезли туда яблоки. Ну, купила 3 штуки, потому что я недавно покупала. Купила 3 штуки попробовать новый урожай. Вот такие красные яблочки. Вот они. Килограмм 104 рубля стоит килограмм. Но это, извините, подешевле. Я что-то вчера, я вообще на днях ходила и нигде не могла яблок найти. Везде 130, дорогие, 150 вообще яблоки. Я тут как раз привезли при нас. Купила 3 яблочка. Попробуем. Вот. Что еще? Купила сливочное масло. Вот такое я беру. Это ихняя фирма, магнитовское масло. 82,5%, 99 рублей оно стоит. Вот. Такое масло взяла. Что еще? Ну, это так у меня. Один апельсинчик. Один лимончик. Лимончики, кстати, в магните 99 рублей килограмм. А везде они, по-моему, 100 с чем-то я... Что-то так на днях заходила, по-моему, в пятерочке 120, что ли, 130. В общем, купила один лимончик, один апельсинчик. Так, что еще купила? Ай, боже мой, муки купила. Я много пеку, мне мука нужна. Мука там, по-моему, 56 рублей. Если я не сомневаюсь. Ля-ля-ля-ля-ля, где она? Ну, мука 56-60, да, 56 рублей мука. Так, еще взяла десертики попробовать. Вот этот 29 стоил с манго и с семенами чио. Тоже скидка на него. Такой вот греческий. Мама сказала, что вкусный. А вот этот тоже новинка, я не знаю. Такой я не пробовала. Вот такой гранд-десерт. Он, по-моему, 39 стоил, да. 39 тоже скидка. Соленая карамель. Ну, попробую, не знаю. Такой я не пробовала. Вот такие десертики взяла. И взяла немножко всяких вот... Что я туда поехала вообще в магнит? Я поехала за вот этой прекрасной штукой. Это взбитые сливки. Это, короче, я делала вот как-то торт, ну, десерт тирамису. Вот, сливки же дорогие, в, ну, вообще, 33% для взбивания. В общем, вот эти взбитые сливки, 100 пудов фирма. Вообще, это, короче, порошок, его добавляешь в молоко. Так, сейчас я вам скажу. На 150 миллилитров молока один пакетик идет. И просто миксером взбиваешь, и получаются офигенные сливки, такие же, как и в баллонах в этих. В общем, ничем не отличишь. Офигенный такой крем получается для тортов, для капкейков. Я купила аж 3 штуки. Вот. Они вот эти вот, запомните, только в магните почему-то в большом гипермаркете. Нигде больше такие не видела. Супер-супер вообще для десертов. Буду теперь какой-нибудь тортик сделаю. Ну, не сегодня, но хочу что-нибудь вкусненького сделать. Классные. Но они стоят, кстати, ну, не дешево, но по сравнению с сливками стоят, конечно, дешевле. Тут получается, они, по-моему, так, сливки, да, вот, 70 рублей стоит одна пачка. Ну, сами понимаете, что сливки в пакетах, которые вот я сейчас смотрела, стоят где-то 300 с чем-то рублей для взбивания, там где-то пол-литра вот, или литр. Ну, короче, все равно, здесь вот много получается, когда взбиваешь, там у меня целый ковшик получается этих взбитых сливок. И Айда делает торты. Еще я купила, Дашу, не, пожалуйста, не кричи. Даша попросила вот такое желе купить клубничное, 28 рублей. Не знаю,
Будем желешки делать, да? Да. Хорошо. И обожаю я тоже вот эту приправу. Редко где ее можно это увидеть. Я добавляю тоже везде. Вот это копченая паприка Камис. Обожаю вообще. Именно копченая паприка, блин. Почему ее нигде не продают, не знаю. Так, вот и все мои покупочки в основном. Вот что я купила. И вот я вам что-то покажу. Да, Даше купили тоже небольшие подарочки, сюрпризики. Мы же не можем без... Без подарочков, без сюрпризиков для Даши, конечно. Она же с нами едет для чего? Чтобы ей что-то тоже перепало. Чтобы, как говорится, ей что-нибудь купили. Да. Да. Ну-ка показывай, Дашуля, что мы тебе купили. Покажи. Вот такой у нас дельфинчик. Вот такой. Да, это наборчик мы такой купили, My Little Pony. Вот такой дельфинчик. Такая вот, и, вот можно прикреплять, да, на липучке вот такая вот, это в наборе шло, звездочка морская, вот набор ракушечка. Каких-то My Little Pony, да, ракушечка, домик такой вот там сидела, этот, вот русалочка, пони, русалочка вот такая вот, вот игрушечка. И еще вот такой с хвостиком. Вот и такой это в автоматах, да, в автоматах, да. Же мы, 20 рублей туда засовываешь мелочевку, и вот такой вот. Какой-то, я не знаю, что это, кто это вообще, Даша? Это мам, динозаврик, такие... смотри, у него вот такие вот, вот видите, такие штучки. Мам, это, это не динозавр, у него такие ушки. Ну, не знаю, какой-то чудик-юдик. Да. Не знаю, ладно. В общем, Даша довольная. А, я еще, мы зашли там в магнитик, есть магазин у нас на втором этаже, типа Галактика, там смешные цены, ну, в общем, в этом стиле, в общем, такая фигня. В общем, посмотреть, думаю, что там за новинки, короче, один шопотреб, там ничего интересного, конечно. Посмотрела там платье, там, ну так, одежду вообще, не знаю, ничего не понравилось. Ну, купила вот шлепки для пляжа или дом, ну не дома, так, на улицу выйти с ребенком. Такие неплохие вот шлепочки такие купила, вот, понравились черные, ну, с блестяшками. Ну, неплохо так смотрится, там померила. В общем, хорошенькие такие шлепки купила себе. По-моему, сколько они стоили-то? 800 рублей? 899 рублей. Ну, удобный, померила, ну, что там, посмотрели, в общем. А знаете, ничего ребятки? Там интересного не нашли. Ребятки! Вот. Всем спасибо, мама, я сейчас буду... Ребятки. Подожди, я сейчас скажу. Сейчас скажешь пока. Сейчас буду жарить печенку. И Дашу кормить надо, подогревать пюрешечку, да, Дашу? Да. Вот. Ребята! И мы будем с вами прощаться. Говори в камеру. Пока-пока! Всем увидимся! Ладно, всем пока-пока! Пока! И Алексам! И Алексам! Пока-пока! И Алексу дайте лайки! Да, Алексу лайки! Пока!